Владислав. Ребята, подходите к нам. Сейчас разберемся, что происходит. Давайте передадим борозды правления нашим членам жюри. Они сейчас могут спасти одного из этих участников. Надежда Мейкин. Дианочка, я вам уже давала один шанс. Эта песня, она невероятно чувственная. Мне кажется, вы ее не совсем, как женщину, у которой, безусловно, есть свой жизненный опыт, донесли верно и внушительно, чтобы мы вам поверили. Владиславу нелегко было ее донести, но своими вокальными данными, своим опеванием совершенно красивым и своим тембром вы меня заставили оставить вас еще на один тур, как минимум. Это первый балл вам. В вашу пользу есть шанс остаться. Только если одна из участниц не решит превратить вас, Владислав, в суши. Пожалуйста, Оля. Иногда, вот знаете, не понимаешь, почему люди оказываются на этом месте. Сейчас мне понятно. Вы действительно вот справились хуже всех с этой песней. Здесь голос был не важен. Здесь нужна была вот эта вот возрастающая подача надежды, о любви. Это вот такая вот, она очень летящая, эта песня, поэтому, ребята, вы так чуть-чуть не справились. Мне кажется, что человеку, особенно в день рождения, хочется получать подарки. Поэтому я бы сделала, Дианочка, спасибо вам большое, подарок. Диан, я вас поздравляю. Но посмотрим, что сейчас скажет Кузьма. У нас 1-1. Янка, я тебе попрошу піти і приготувати святковий стіл, тому що то, як співав Владик, все-таки мені сподобалося чуть-чуть більше. Ви залишаєтесь нашим шоу, зараз проголосували двоє з членів жюрі. Пронесло, возвращайтесь, Владислав. Диан. На чем вам нужны были вообще, в принципе, 100 тысяч гривен? На что вы их собирались потратить? Кредит на квартиру, конечно же, где мы вот так вот всей семьей большой и живем. А сколько у вас человек? Ну, пока четверо. Потому что я знаю, что вы хотели выплатить 100 тысяч гривен для того, чтобы погасить кредит и сделать еще один очень важный поступок. Что ну, за поступок? Был порыв души, это были мысли, это было желание осчастливить хотя бы одного ребенка и взять его в свою семью. Диан, ну, мне искренне хочется, чтобы вы побыстрее нашли эти деньги. И у вас был еще один ребенок, и как минимум еще один малыш станет счастливее. У вас есть сестра? Конечно, есть. Где она живет? Она живет в Москве. В Москве. И она сейчас находится в Москве? Ну, я так полагаю, да. Вот вы неправильно полагаете, потому что сегодня она приехала в ваш день рождения для того, чтобы поздравить вас с этим праздником. Ваша сестра сегодня у нас в студии. Выходите к нам, вся семья Мишеневых, давайте, у вас сегодня праздник, у вас именинница. Мы вас поздравляем, и я надеюсь, что мы добавили вам чуточку счастья сегодня в этот день. Спасибо, это был незабываемый, будет незабываемый день в моей жизни. Счастливо! Валерию вы хорошо запомнили.